Всем привет, ребят! Ну что, достал я нового дракона. В принципе, масса впечатлений. Пока еще толком не дотестил. Все, ну, очень нравится. Но мы сейчас пооткрываем, да, открываем плюшки, которые мы не открыли, и поговорим. Возможно, это изменят в дальнейшем. Ну, вот многие спрашивают, почему я забросил русский сервер, где я играл. Почему я там не качаюсь, почему я перешел на английский сервер. Все очень просто. Здесь вы можете получить за короткое время все, что вы хотите за минимум доната. Плюс куча разных плюх. На более интересное ТП, которое отвечает, то есть техподдержка здесь на высоте. Ну и куча другого. В принципе, я вам это показываю каждые видосы. В общем, поехали. У вас будет еще много сегодня интересных тестов. Героя, давайте. Я уже потратил, дотратим полностью все. Пособираем плюхи дополнительно. Мы получили 202 осколка. В принципе, довольно-таки неплохо. У нас еще, как видите, остались осколки. Вот камешки, отлично, это мне надо. Добьем, так как завтра акция пропадет. К сожалению, сегодня вот обмен героев, первое, о чем мы поговорим, это обмен героев, который дает вам обалденные плюхи. Понятно, за хороших героев надо, конечно, их слить, но эти плюхи очень полезные некоторые, то есть вы их просто так не получите. И как ни странно, я не знаю, третий или четвертый раз на русском сервере нас просто уже игнорят. И этого обмена, который был здесь, просто нет. Плюхи я вам показывал по обмену, и у многих было такое, знаете, переживание, что этого опять не будет. И это случилось на русском сервере. Просто не дали обмена, просто дали собрать воздушный шар. И я не знаю, это реально очень печально. Так, сейчас мы походу на этой акции надолго зависнем, так как я хочу забрать 40 камней себе, это мне не надо, это мне не надо, это мне не надо. Ну, сундуки еще можно, куда ни шло. Мне сейчас придется нам немножко зависнуть, так как у меня очень много плюк, какие вы видите. Вот видите плюшки. Можно сделать так, что они просто пропадут, то есть они вот висят, ждут своей очереди на слив, скажем так. Давайте попробуем, посмотрим на удачу здесь, что же нам интересного такого выпадет. Ну, как видите, плюхи здесь они не меняют. Это, конечно, печально. Хотелось бы, чтобы они больше разнообразия вносили именно в такие акции. Это на русском сервере делают, чего не скажешь, за английский сервер. Но тут, я думаю, хватает рынка, на котором вы можете все, что хочешь, собрать, по сути, за копейки. То есть первая из причин, я вам сказал, то есть неравное отношение к серверам, то есть здесь больше плюх, больше всего, и многие писали, вот английский донат там дороже, да нифига, английский донат дешевле. Явный пример тому вот эти вот паки, вот посмотрите, огник, $10, дофига камней, плюс еще вы имеете там 8000 самоцветов бонусом. Ну, что на это сказать? Красавчики, красавчики. На русском сервере сейчас я сейчас здесь добегаю, чтобы уже не забыть. Вы не получите нифига за такие деньги, за 10 баксов. Здесь вы получаете, были акции, можно было огника, розу, некроса вытащить. Тут на празднике есть еще похлеще акции. Но сама суть. Многие спрашивают, почему я сейчас не разыгрываю. Просто нету на русском сервере. Я не хочу, знаете, очередь делать. Я сказал, что 5 охников будет разыграно на этих выходных. Что для этого надо сделать? Посмотрите видосы с розыгрышами. Вы должны быть подписаны на канал, выполнить условия. Есть видео на стартовой страничке. Это вам, знаете, гайд-пособие, как получить халявного охника. Ну, конечно, если вам повезет, потому что желающих очень много. Посмотрите, сколько ремок здесь падает. Ну, в принципе, это уже не проблема. А второе, ну, то есть это еще одна из причин, почему на русском сервере реально харит играть, потому что там, ну,
просто тупо просираешь время, вот так вот я бы сказал. Это хардкор, это трэш, да, можно играть, но многие ребята ушли с русского сервера, я думаю, не жалеют. Некоторые на немецкий, некоторые на Тайвань ушли, то есть там есть своеобразные на каждом сервере плюхи, и без доната ребята имеют тех же самых логников за полгода, там без проблем можно его собрать. Чего не скажешь о русском сервере. Но опять же, это обнова. С одной стороны, как бы вообще ничего по сути они не поменяли такого, кроме того, что ввели девятые эмблемы, которые в принципе нафиг нужны были, как и девятые таланты. Ну, ввели, так ввели, уже ничего не сделаешь. Чары, то есть есть много локаций, над которыми надо им работать, но они этого, к сожалению, не делают. Такс. Вот, то есть много причин, почему на русском сервере народ забрасывает играть. Да, на русском сервере, если посмотреть статистику сейчас поклонений, которые у нас ввели на русском сервере, я захожу, смотрю, да, больше кликают. Ну там как бы очень много твинков. То есть люди с твинков играют, вот поэтому и так. На английском сервере люди твинков, ну, не заводят, потому что это бессмысленно. Так, не знаю, сколько там нам еще попыток. А, нам еще есть что нам ролить. Так, еще 50 надо, чтобы забрать. То есть очень много разных причин, но вот и просто не хочется тратить время, скажем так, на сервер, который по сути ничем не отличается, теряешь очень много времени. У меня там был топовый аккаунт, и вы знаете, в один прекрасный момент я просто перешел на этот аккаунт, этот твинк, который намного круче, чем основа. И это печально. У многих, думаю, точно так же, они позабрасывали свои основы, просто перешли на другой. Вы не теряете время, вы не теряете ресурсы, не теряете деньги, вы получаете удовольствие от игры. Многие говорят, вот там игра надоедает. Да не надоедает, как видите, у меня не самоцвета, силы хватает, и как-то странно не надоело, я себе играю в свое удовольствие. Так, что-то мы перемудрили, что ли. Да, судя по всему, немножко больше кинули. Так, забираем плюшки, идем подкачаем немножко героев. Так, отлично. Ну, вот это самое ценное, ради чего я, в принципе, забирал эту акцию. Такс, хорошо. Поехали. Давайте Зефирику улучшим скилл. Надо его подкачать. На максималочку, на 13 уровень. В принципе, там ничего такого особенного не меняется у героя. А вот вы напишите в комментах, что вас бомбит насчет русского сервера, что вам в нем не нравится. Вот я вот смотрю, уже третий или четвертый раз нас просто лишают именно героя. Почему? Никто не отвечает, пишут точно так же, как и награды меняют некоторые. Как-то не знаю, на других серверах нормально все у нас. Минимум халявы. Так, докачиваем до 13-го. Еще некоторым героям тоже сделаем 13-е скиллы. Там у меня героев 10-15 осталось. Отлично. Недокачанных давайте отсюда начнем. Подокачиваем их. Так, Командора тоже нуждается в прокачке. Рон у нас 13-й, 13-й. Как это мы Анубиса еще не апнули?
Классно просто. Восьмо. Ну, то есть, по сути, это уже последние, скажем так, апы героев. И больше качать, по сути, на этом аккаунте нечего, поэтому у меня есть куча других аккаунтов, которые я развиваю. Давайте ради интереса посмотрим с тех, кто у меня есть еще. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Все остальные вроде апнутые. Семь плюс гарнизонные там мелочь осталась по сути. А не 8-9. Ну короче, 10 героев где-то осталось. Так, окей. То есть вот так вот. Вот так вот, поехали, посмотрим, что у нас еще по плюхам есть. Такс. Это мы получили эти плюхи. Меня интересуют камешки, эмблемки надо сделать. Надо сделать, я хочу сделать для теста бастион. 9-й, отлично. Пум-пум-пум-пум-пум. Побежали на русский сервер. Так, чтобы вы понимали, почему вот именно бомбит. Ну, магазин скидок, да, вот. Ну, у меня, к сожалению, монет нет. Ну, да, классно все. За стиралка там 20. Но это никак не равняется с магазином на английском сервере. Там коллекционера я вам не показал, так, Парящий остров. Мы, кстати, не забрали тут осколочек. Что еще интересного есть? Рулетка удачи, хитрые императорская кузница. Ну, я думаю, я эти акции даже вам показывать не буду, вы и так их знаете. Самое интересное здесь рынок. Добавили нам еще немножко, я даже на русском сервере задумался собирать, сейчас не собирать. Опять тот же самый пак влепили, 50. И тут еще, считайте, по 5, 75, 125. Сколько у меня здесь осколков? По-моему, 90 у нас было. То есть этого вполне не хватит. Да, вот 100. Ровно половина уже. Если я думаю, я начну сумки продавать, тогда дособираем. Это бессмысленно. У меня эти камни вот в перелимите, я их не могу юзать. Нету книг. Вот тоже еще один минус. Нету книг. Нету девать куда камни. Пятые сундуки эти, замка не продают. Что это такое за одна монета? Ну это смешно. Там по 75 продают, по 80. Понятно, это малый пак. Ну умножьте на 10 монет. Тоже бессмысленно. Ну такое вот. Из-за этого как бы... Но самое основное я вам не показал. Ввели шар, и, блин, нету обмена героев. Вот от этого бомбит. На всех других серверах есть. Поехали на Тайвань, посмотрим быстренько, что там интересного. Может, что-то поменялось. Ну вот из-за этого реально бомбит насчет русского сервера. А, блин, какой форум? То есть на всех серверах нормально добавляют обмен, на русском почему-то не добавляют. Чем они это мотивируют, непонятно. Запарило это уже реально. Все, пишите комменты, что вы думаете. Такой вот видосик показал вам немножко инфы. Я надеюсь, кому-то полезно, кому-то нет. Вот посмотрите, вот это рынки. Это рынки для людей. Да, вы скажете, это дорого, но тут вы получаете, блин... И топовые плюхи, и куча топовых акций есть. Сейчас ничего нету, как раз поменялись акции. Вот так вот, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.